4 января в Театре оперы и балета состоится торжественное вручение Национальной музыкальной премии «Урдал». Организатором этого проекта является национальная вещательная компания «Саха». И в этот день компания в 10-й раз наградит желанными статуэтками самых ярких и талантливых исполнителей якутской эстрады. На протяжении 3 месяцев любители якутской песни активно голосовали и наблюдали за своими фаворитами. Напомню, что лучших выбирают радио и телезрители компании путем голосования в телеграм-канале. И по итогам уходящего года приняли участие всего 48 певцов. Из них в финальный этап вышли 24 человека. Сейчас все участники очень сильно готовятся, каждый волнуется, каждый, наверное, уже смотрит, как он будет со стороны смотреться, на сцене смотреться. Вот. И 4 января, дорогих наших зрителей, телезрителей, приглашаем на наш концерт, потому что это будет фееричное шоу. Я уверена, что каждый артист хочет себя очень круто показать, и поэтому готовится, чтобы удивить своих зрителей.